Я Йоахим Мюрат, маршал Франции, великий герцог Берга, король Неаполя и ваш повелитель. Умру стоя, с открытыми глазами. Прощай, Каролина. А тебе и о детях последняя мысль моя. Стой! Стой, стрелять буду! Огонь! Убейте этого ублюдка! Вы что, плачете, Ваше Величество, за всю мою долгую службу? Это самый тяжкий, самый мучительный приказ. Капитан, или вы не были на войне? Мужайтесь. Выше голову. Исполняйте свой долг. Взвод, смирно. Солдаты. По моей команде? Нет. По моей команде. История, осыпающая властителей хвалой и проклятиями, по нему прольет лишь слезы. Дойдя до последней страницы, закрой книгу. Гласит древняя индийская пословица. Такая простая и мудрая. Друзья, солдаты, на таком расстоянии трудно промахнуться. Прошу вас, цельтесь в грудь. Пощадите лицо. Готовы? Хорошо. На прицел. Пусть не дрогнет рука. Огонь! Взять его! Невыразимое спокойствие овладело мною. То был самый счастливый миг моей жизни.